здравствуйте. Сегодня я начну такой маленький цикл. Ну, не обязательно он будет подряд, когда будет настроение, о жертвах транспортировки. Ну и вот начну я с вот такого замечательного совершенно агрегата, который очень любим коллекционерами. Называется эта модель Revox B790. Ну, я думаю, кто увлекается коллекционированием проигрывателей, знает, что это такое. Очень популярная среди коллекционеров модель, гоняются за ней все. И стоит она весьма немалые деньги по нынешним временам. Но мне удалось в свое время, несколько лет назад, купить эту модель, да очень дешево. Я уж не помню сколько. Ну, наверное, раза в два дешевле, чем она сейчас продается на рынке. Значит, продавец мне прислал фотографии, все было хорошо. Но, как говорится, мне в данном случае не повезло, потому что, когда агрегат приехал ко мне, он оказался поврежден. Сейчас я покажу эти повреждения, они не такие большие. Но и тем не менее, потому что я покупал полностью неисправный аппарат, потому что он не работал, но целый с точки зрения внешнего вида. Итак, первое, что у нас тут есть, это, значит, повреждение крышки. Значит, крышка болталась в посылке, и вот как мы видим, вот здесь вот эти ушки, которые вставляются на петли, они с одной стороны совсем отлетело, а с другой стороны, значит, вот имеет вот такой вот вид, то есть частично поломано. Даже в ящике нашлись эти маленькие кусочки, но они уже так были в такую труху мелкую, как это, размолоты, что мне не появилась возможность их как бы подклеить. Но теоретически такую крышку можно купить, но они не такие дешевые, и смысл дешевой покупки аппарата в этом смысле теряется. Поэтому я надеюсь, что мне удастся исправить эту крышку, либо подклеить, либо наварить, я еще не знаю, но схожу к ребятам, которые занимаются пластмассой, может быть, они мне что-то подскажут. Ну и вторая часть, она уже значительно, так сказать, уже касается корпуса. В частности, вот, если вы посмотрите, вот эта вот часть погнута и болтается. Вот она здесь должна быть прямая, она кривая. Вот, а другая, значит, часть, она вот здесь вот, корпус просто разбит. Вот я сейчас постараюсь показать, но я еще, вот он здесь, разбит корпус. Вот, причем, как я понимаю, это металл, и надо было так его трахнуть с такой немалой силой, чтобы так раздолбать. Но я надеюсь, что мне удастся здесь подклеить жидким металлом этот кусочек. Ну, я когда получил этот проигрыватель, я так расстроился, что даже ничего с ним не делал. Вот он несколько лет у меня валяется. Но я очень надеюсь, что мне появится время и настроение им заняться. В принципе, проблемы этих ревоксов, они в основном все давно известны. Это блок питания, то есть конденсаторы в блок питания высыхают, и мы получаем то, что получаем. Эти устройства не работают. Как правило, достаточно отремонтировать только блок питания. Более того, в интернете даже можно найти, отдельно для них уже продаются готовые блоки питания, которые вы просто по месту меняете, и все. Но мы пойдем, конечно, не таким путем, мы пойдем сложным путем. Все это дело разберем и попробуем починить. Если из этого чего-нибудь получится, я обязательно вам покажу. Ну, на этом сегодня все. Большое спасибо, до свидания. Всем крепкого здоровья и хорошего настроения.